Я смотрела телевизор, какие-то постоянные буквы, слова, выражения мелькают, я ничего не понимала, я ничего не могла сказать, я ничего не запоминала. Но где-то урока, наверное, с 50-го, заметила, что слова старые помню, достаточно таки хорошо, новые запоминаются и проще, и легче, и быстрее. И затем на меня обрушился просто поток какой-то информации, я могла переводить, я могла понимать, я могла поддерживать беседу.